Что случится, если от любой еды в Майнкрафте мы будем толстеть? Как сильно мы сможем поправиться и сможем ли мы потом похудеть? Не забывайте про лайк и подписку, ну а мы начинаем. Так, Фласка, как ты могла заметить, чёт, мы с тобой на Макдональдс так плотно подсели и разжирели. Что будем делать? Что будем делать? А что поделать? 14 числа Макдональдс закрывают, поэтому, ну... Хотелось, так сказать, насладиться вот этим вот вкусным гамбургером. Ты такая жирная, я не могу. Я тебе сейчас покажу, что тут. Короче, ребят, сегодня, кто еще не понял, еще раз повторю, мы от еды будем толстеть. Мы с Фласк специально пожрали, чтобы максимально разжиреть, но когда наш голод будет тратиться, мы будем худеть. А когда мы будем жрать, мы будем толстеть. И знаешь, что самое главное? Йо. Когда мы жирные, у нас больше хп, мы с тобой гораздо сильнее. Не жирные, пухлые. А почему ты меня сильнее как будто отталкиваешь? Не знаю. Фу! Знаешь, на тебя даже никакой эффект монтажа можно не накладывать, ты сама по себе расплюснутая. Растянутая, да? Так, Фласк, сегодня нам предстоит с тобой посмотреть, что мы сможем сделать в этом мире Майнкрафта. И знаешь, в чем большая проблема? Мы с тобой настолько жирные, что даже в дом не пролезем. Да пухлый, не жирный, не говори это слово. О, смотри, двойные двери прям идеально для меня, а ты попробуй в одинарную дверь войти. Слушай, я не пролезаю. Ты не пролезаешь. Ууу, Фласка, пухлышка, пухляшка. Ай, больно вообще-то. Сам ты пухлышка. Жалко, что когда мы толстые, мы с тобой не быстро добываем дерево. Кстати, Фласка, у меня одно кусочек голода иссяк, значит, пора пожрать и немножечко, оп, потолстеть. А у меня ничего нету. Ну, то есть, да, у меня одного крошка не хватает. Погоди, а ты? Ты шире, чем я? Да, ой, а что-то я какой-то вообще медленный стал, Фласка, ё-моё. Давай я тебя потолкну. Я в натуре какой-то прям... Алло, крафти, давай, все дерево, знаешь, собрал такой наглый, пипец, давай, крафти. Так, а кстати, в инвентаре я обычный, чё? Кстати, ребята, что заметил, у меня одного корочка нету, и у меня хп убавилось, минус два сердечка. Да, вот в этом и прикол, ты прикинь, господи. Но я поел немножечко и немножечко поправился. И знаешь что, я предлагаю нам с тобой сесть на диету, ничего не есть и посмотреть, как сильно мы похудеем. Ты думаешь, садиться на диету хороший вариант? Я думаю, это прекрасный вариант. Так, забирай, иди вон тот кирку, деревянный топ. Смотри. Ты где? Я теперь мать Тереза, я красивая. Ты где это сперла? Ой, Фласка, Фласка, я не могу запрыгнуть. Почему? Почему? А ты ела, кстати, хоть раз? Я, видимо, поел, нет. И у меня стало слишком много еды. А ну... Нет, я не ела, у меня нет еды. Поешь. Что я тебе поем, кирку? А, на, яблочки. В смысле, чтобы я сейчас тоже не смогла двигаться? Да, пожалуйста, съешь. О, все. О, у меня себе хп куча. Да-да-да-да. Господи, а ну, какой я, насколько, ты что, с жителем в футбол играем? Нам нужно с тобой тогда, пока мы с тобой не похудели, использовать ступеньки для передвижения. А я уж похудела, слушай, я походу в разы худее, чем ты. О, я могу. Я теперь тоже могу. Эть, нормально. Да, о, что она нас напали, потому что мы походу... Ну-ка, давай разбирайся с этим. А он тебя много сносит? Пипец, мы жирные, нет, чуть-чуть. А ну, дай он меня побьет, убеги куда-нибудь. Алем, Алем. А так ну... он меня сейчас хочет побить, давай, помогай, алло. Помогай, о. О. Да ты надоелся воровать. Три железа у меня, но слушай, я уже довольно-таки сильно похудел. И теперь я быстрее бегаю и быстрее запрыгиваю на блоки. Да нужно просто больше бегать. Кардио самое лучшее, что существует в этой жизни. Опа. Чё за землетрясение было? Какое землетрясение? Не было ничего. А это ты, походу, прыгнул. Я хотел сказать, что это ты, походу, прыгнула. Но, когда у нас убывает голод, мы с тобой, хп теряем. Но становимся побыстрее. Слушай, да, Рили, я сейчас стану, походу, скоро обычный. О, да, мы реально скоро станем обычным. А интересно, а до какого момента можно похудеть? Так, может, боком? Подожди, бочком, бочком. Нет. Да, я могу. Попробуй. Попробуй бочком, может получится у тебя? Ну-ка, протискни меня в двери, давай, давай! Тыщ! А если мы дверь снизим? О, у меня ровно 3 ряда хп осталось всего. О, ровно? У меня чуть не меньше. О, почему? Фласка! Я прохожу не в двери! О, ну-ка. Да подожди. О, я тоже, слышь, кайф и кайф, или поход. О, сундук. Чё там? Там чуть не было, поход, прикинь, вообще ничего. Картошка фри, я ее пожарю потом. Кстати, кроватки я предлагаю нам с тобой забрать, потому что мне кажется... Кстати, ты заметила, мы реально быстрее стали. Кстати, да, чё мы как флеши какие-то бегаем? А интересно, что будет, когда мы прям полностью похудеем? Слушай, а мне даже стало интересно. Я все быстрее и быстрее становлюсь, пипец. С каждым голодом, который у меня уходит. Кстати, мы по практически уже самого обычного размера, прикинь? Кстати, да. О, я нашла еще хлебушка, неплохо. О, ты уже и в дверь без двери, точнее, с дверью проходишь. Погоди, так мы обычного размера вроде бы, нет? Не, еще нет, немножко сплюснутый. Когда останется ровно половина голода, тогда да. Зачем ты поела?
Я не могу прыгать. Стой, Фласка, я тебя... Давай, что ты меня как футбольный мячик? Я тебя откинуть не могу. Ты просто легкий. Фласка, вот, я тебе помогаю. Спасибо, что помог бабушке. Я даже на ступеньку не могу забраться, ты глянь, если не подпрыгну. Я, кстати, уже прям полностью обычного размера. Давай, сегодня ты будешь максимально большая, а я буду максимально тонкий. Прям как в реале, да? Ты на кого напал, ты? Да что ты меня... Ног, ты такой маленький. Да километр меня откидываешь. А ну пни. Так, ладно. О, кстати, я прям очень быстрый. И я еще и выше прыгать могу. Смотри, я прыгаю почти на два блока. Тупо кроликом стал, походу. Ты свинюк с одного удара выносишь? Ну да. Не, ну я с приземления. Бам! А ну, а попробуй обычной рукой. Обычной рукой, без прыжка. Обычной рукой? Давай, так, хорошо. Вот, свинюшка. Так, со скольки? Но ты снимаешь ей по несколько сердечек, да? 4. А я 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ну, в разы больше. Поэтому топорик самый эффективный. Смотри. Бам! Фласка, я похудел еще сильнее. Посмотри, ну все, теперь скелет прям. Рили, как в реале выглядишь. Ну, почти. Да, ты что, офигела? О, я тебя нормально откидывать могу. Я еще похудел, блин. Ой. Я просто больше, чем ты. Нам надо поспать, все. Господи, мы такие здоровые с тобой. Но ложимся спать. Интересно, а что будет дальше-то? Надеюсь, дальше будет только лучше. Погоди, у нас с тобой должна быть какая-то миссия на эту серию. Я хочу разобраться с Гастом. С Гастом? А я хочу похудеть максимально сильно. Фласка, давай поешь, что ты быстрая какая-то стала. Зачем тебе В смысле? Ты хочешь, чтобы я была пухлой? Сейчас я тебе хлеб испеку. Так, вот. Не надо, я сама себе хлеб испеку, так же давай-ка ты это, сам лучше поешь, если хочешь стать потолстее. Ага, иди сюда, я пирожочки тебе напек, Фласочка обгал. Пирожочки напек. Пирожочки? Да. Иди сюда, пирожочки, пирожочки, пирожочки. Так, пирожки. Фласка растянула. Да ты что делаешь? Вообще, что ли, офигела? Мне полдня до тебя идти. Фласка, да ты что за гигант такой? Ты знаешь, как такой плохой мальчик в школе, который всех обижает? Да ты меня убьешь, не надо. А я не могу поесть, я хочу похудеть сильнее. А то есть меня-то откажешь, что там худеешь? Не, знаешь, это, конечно, хорошо придумал. Все, он тебя обиделся, потому что ты думаешь только о себе. Да нет, я хочу полностью похудеть, посмотреть, до какого вообще этапа я дойду. И, кстати, мне уже можно даже не прыгать. Я хожу по блокам, как будто они, ну, обычные. Во, видишь? Ничего себе, это так работает? А прыгаю я на два блока в высоту. Везет тебя, я пока что пухлая. Ну, главное, я ела хлеб, и очень быстро я проголодаюсь. Блин, а я... У меня вот 3 кусочка голода осталось, я не могу проголодаться, поэтому я буду копать блоки. Мне интересно, вот до какого момента это все дойдет и как сильно я похудею. Интересно, интересно. Фласка, иди сюда, ты будешь наблюдать за моим похудением. Ты мой личный фитнес-тренер. Какой фитнес-тренер? Ты меня видел? Я фитнес-тренер и не гожусь. Я сейчас похудею сильно и сам стану фитнес-тренером, но я чую, что скоро проголодаюсь. Только не бей, а то ты меня убьешь. Да, видишь, королем дрыщей, не фитнес-тренером. Я стану как фитнес-дрыщом. Ага. Да, фитнес-дрыщом. Так, блин, я вообще не могу проголодаться. На гору вообще, посмотри. Элементарно быстрее тебя взобрался. Это понятное дело, ты-то у нас здоровая, это я как бы дрыщ. У меня идея. У меня просто грандиознейшая идея. Все, что мне надо. Сейчас я тебя обычно, что мне надо. Погоди-ка. Мне надо где-то тут найти гнилую плоть. А, голод, ты хочешь голод, чтобы на нас наложился? Да. О, так это вообще офигенно. Это, как знаешь, таблетки для похудания. Я тебе и говорю, имба, погоди. Где-то здесь просто помер зомбяра. Я хочу найти его плоть. О, кстати, можно еще куриц поискать. А от курицы тоже есть шанс травануться. Да? Да, от сырой. Погоди, тогда от любого мяса можно травануться. Нет, в Майнкрафте только от курицы или от гнилой плоти, и все. Странно. Ты видишь хоть одну живую душу? Я вижу черепаху. Вижу черепаху. Да черепаха это не... Да худей ты, Скретчи, блин. Че жирный ты такой? Ой, ну да, жирный, хочу похудеть. Скретчи, я нашла гнилую плоть, держи. Стой, не ешь. Почему? Я хотел, чтобы ты стала супер большой, а я супер тонким, и мы сравнили. Блин, а слушай, я как-то стал гораздо дольше худеть после того, как похудел. Это ж логично, чем меньше у тебя хп, ну вот этих вот окорочков остается, тем как бы больше, да. Я вот съел гнилую плоть, у меня до 5 окорочков поднялось с 3, а сейчас у меня 4, и голод уже заканчивается. Ничего себе, чуть мы такие сильные. Слушай, чем мы с тобой тоньше, тем мы сильнее, потому что я даже не в прыжке, а
с одного удара убиваю. Я вижу курицу. Курица, кыс. Ща я с тебя мяско-то достану. Иди сюда. Ника, ты хочешь сказать, если я съем сырую свинину, я не отравлю? Нет, не отравишься. А вот сырой курицы можно отравиться. И, блин, мне повезло. Ем еще раз. И опять повезло, как так-то? Ты серьезно, голод накладывается? Я подолстел два раза из-за того, что... Моя цель на сегодняшний выпуск — похудеть максимально сильно. А как можно похудеть в Майнкрафте, блин, кроме гнилой плоти? А может, это, ночью дождемся? Можно. Опачки, нашла немного куриц, сейчас я их опа. Я тоже нашел. О, спасибо. Слышь, нашел, ты тут по мне побежал, чертила. Подожди, меня почему не отравило? А, там наоборот, маленький шанс, что она тебя отравит. В смысле маленький шанс? Я теперь толстый. Ну-ка. О, меня отравило. Что-то мне кажется, голод толком ничего не даст мне. Такая пухляшка. Ай, не бей. Вот фласка. Я думал, что так просто. Короче, я предлагаю с тобой прямо сейчас отправиться в деревню, дождаться. О, не, у меня план лучше. Мы можем отправиться в шахту и там нафармить этих зомбачков. Но есть проблема. У меня мало хп. Ты где? Тебе что, дать поесть? У меня есть яблоко. Ну, если я поем, я стану супер большим и опять придется заново худеть. А, ну тогда что? Тогда страдай. Живая? Тебе повезло то, что я не померла, а то бы я тебе, знаешь, пришла бы и просто... Я не могу пройти. Я могу. Погоди-ка, мне нужен... У меня есть верстак, мне нужно сделать... А шо, погоди, сейчас я себе сразу сделаю нормальную кирку и топор. Так, а я попробую одолеть эндермена. Он уплыл. Ой, эндермен, фласка! Фласка! Если он меня убьет, полсердечка. А я что сделаю? Мне драться... А, я опять большой! Так, Фласка, я вернулся. Ты моего ничего не подобрала? Я не знаю, наверное, нет. Ну а как мне теперь худеть? На, бери кирку, тебе скрафтила. О, спасибо, это тебе за кирку. О. Так, цель — похудеть, не забываем. А я теперь тоже не прохожу, блин. Ну что поделать, теперь что поделать? Так, срочно нужна какая-то революционная диета. Поставь обратно верстак, я пошу. А, ты что-то копала? А зачем ты, кстати, да. А зачем ты, кстати, напал на эндермен? По приколу. По приколу? Молодец, теперь худей по приколу. Худею. Блин, ребят, если вы знаете какой-нибудь быстрый способ потратить голод в Майнкрафте, скажите, пожалуйста. Кардио, только кардио. О, нифига себе. Я вижу много зомбарей, и так как мы с тобой гиганты, мы сможем с тобой запросто одолеть все. Скелеты по полсердечка всего сносят, и зомби по полсердечка. Слушай, а мы так-то ничего себе. Я с одного удара почему-то всех мочу. А ты топором? Да. А, не знаю. А ну, дай-ка я картошки. О, гнилую картошку можно найти в этом, в шахте. Ой, в деревне. Можно, в деревне. Да, кстати, в деревне можно найти. Так, мы с тобой суперсильные, не забываем об этом, но... Оба! О, офигеть, реально с одного удара всех выношу. Так я тебе об этом же и говорю, зырчу творю. Нам срочно нужна гнилая плоть. Она почему-то не выпала. О, выпало две штуки. Ничего себе. Так, я съел... Блин, я стал супер большим и супер толстым. Нужно да это... Ты уверен, что есть смысл есть гнилую плоть? Потому что я сюда вообще не голодаю. Да, да, есть смысл, есть смысл. Все нормально. Главное — драться. Когда мы деремся, мы с тобой быстрее худеем. Чё? Да там, да ничего. Крипер взорвался, да? И тебе смешно стало, что крипер взорвался, да? Да, я думал, ты поброшен, а остался жив. И начал бы все сначала. О, спавнер! Со скелетами ломаем. А зачем он нужен? Спавницы будут убивать нас. Так по приколу драться с ними. Так, ладно, что в сундуке? О, туманное зелье отравления. Кидаю и... Ой, фласка! Отравление, голод! И голод? Ого! А погоди, мы не помрем? Я не знаю, надеюсь, нет. Худеем! Подожди, мы худеем прямо на глазах! Какое-то суперзелье! Стой, а что ты так сильно похудела ты? Я стала меньше, чем ты! Я тоже теперь меньше. Прыгай, чтобы голод тратился! Голод должен тратиться! А если прыгать, то он так тратится, слышишь? О, подожди, я еще худее стал! Подожди, мы еще можем быть худее! Ё-моё! Ой, а что мы такие быстрые-то? Что такие... Подожди, мы супер худые с тобой! Погоди, я хочу! Со мной что-то... Подожди. Говори, я тебе кушаю, внучка. Посмотри на меня. Ой, подожди, мы ж так от голода помрем-то. Да? Не знаю. Слушай, это трешня. Я пушинка. Мы такие быстрые. Пушинка упала вниз. Подожди, быстрее. Мы, кстати... Привет, Фласка, иди сюда. Давай, кто... Подожди, скелет стреляет. Он может в нас попасть. Может. Погоди, надо с ним разобраться. Да подожди. Фласка, ты разве... Меня тоже он застрелил. Да? Да. Я теперь биг босс. Да, мы теперь с тобой биг босс.
Мне кажется, когда мы с тобой биг боссы, намного лучше, потому что мы с тобой как бы, и отбрасываем, и не такие ватные. Мне кажется, быть биг боссом в разы лучше, нежели худышками. А давай, короче, смотри, давай сейчас я убегу, быстро похудею, а ты ешь побольше мяса и всего остального. А может наоборот? Ты хочешь похудеть полностью? Да. Давай, худей, иди худей и возвращайся, как похудеешь, а я буду максимально большой. Привет. Фласка, уже вообще-то это день, ты так долго худела, но капец ты тонкая. А ну ударь меня, ударь меня. Капец ты здоровый. Вообще ничего не снимаешь мне, давай бей, бей. Да, ты вообще не двигаешь, чтобы, знаешь, палочка бьет гиганта. Знаешь, мне кажется, если я чихну, тебя это расплющит. Ну попробуй. Вот это ты улетела, капец. Я теперь большой. Ну и пофиг, короче, ладно, ребят, я думаю, на этом можно закончить этот безумно крутой выпуск. И если он вам понравился, то обязательно влепите лайк. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наши каналы. Ну а с вами были Фласочка и Скрэч. Всем удачи, пока-пока. Пока-пока, я тебя сейчас откину туда подальше. Я тебя сейчас откину. Что ты такая быстрая-то? Я ухожу в мореплавание. Беги, беги, пухляшка, беги. Интересно, я утону или нет? Давай я тебя подброшу. Мы всплываем. Еще бы.